Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы будем вязать вот этот вот узор, но сразу хочу сказать, вот я попробовала на толстой пряже, она не очень видно, поэтому вязать буду вот такой вот светленькой пряжей. Из нее же я буду вязать этот джемперочек, так что прошу ваш обратный отзыв обязательно, потому что вот он, очень популярный в интернете. Уже давно я нарисовала схему и пробовала ее, но все никак не вписала в свой график. Поэтому вяжем сейчас, плюс анонс. Девчонки, смотрим внимательно. Сама схема будет в Инстаграме. Вот эта вот фотография схемы будет в Инстаграме. Далее, что хочу сказать. Размеры буду вязать SML самого джемпера. То есть расчеты по размерам. Далее, что еще? Вот, что хотела сказать. Девчонки, рассмотрите внимательно фотографию. Если что, перейдите в Инстаграм, там посмотрите. Рукав, вот мне кажется, он там спущенный рукав. Вот как вы думаете, свое мнение оставьте мне по поводу рукава обязательно. Значит, набираю петли. Давайте вот так вот, чтобы вам было видно. Число петель 23, сам узор. Плюс 6 петель добавлю по 3 с каждой стороны, значит 23 плюс 6 29, 2 3 4. Так, пару рядов провяжу чулочной гладью, то есть один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными петлями, и пока еще с вами поговорю. Значит, я буду вязать вот этой пряжей, а вы подбирайте по... У меня акрил антипилинг. Вот метраж 133 метра в 100 граммах, то есть в 50 граммах. Вот, значит, в 100 граммах 266 метров, и спицами 3,5 миллиметра, возможно 4. Сейчас я просвяжу образец, по поводу спиц потом еще определюсь, это не точно, но пряжа будет точно это, поэтому вот так вот и узор пробую на ней, чтобы рассчитать плотность вязания уже именно на этой пряже. Так, значит, я сейчас обозначу вот эти 3 петли, которые у меня дополнительные, маркером, чтобы четко следовать схеме. Чтобы новичкам было понятно, мы будем следовать схеме. Значит, 3 петли я эти считать вообще не буду. Они у меня тут находятся для полноты картины. Значит, смотрим. 9 петель, 10 у нас накид. Значит, начинаем мы с 9 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 2 петли вместе, только вторую петлю я меняю местами с первой и ставлю ее поверх первой, и провязываю 2 петли вместе лицевой и изнаночная петля, 2 петли вместе лицевой и накид, и далее 9 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну и 3 петли дополнительные. Изнаночный ряд, внимание, изнаночный вяжется не изнаночными петлями, а по узору. Так, 9 изнаночных, 1. Накид провязываем лицевой. Далее изнаночная, вот эти 2 петли вместе, лицевая, изнаночная и накид второй лицевой. Далее изнаночными. Вот она, наша схема. Первый ряд. Второй ряд до первой половины не указан. Далее у нас и изнаночный ряд тоже указан. Первый ряд мы провязали, первый и второй. Теперь у нас третий ряд. Я надеюсь, нам будет удобно с вами. Так. Третий ряд.
Я об этих трех петлях вообще не буду говорить. Я говорю вот сам раппорт узора. Теперь 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот смотрите, 9 у нас уходит в узор. Накид лицевая из... Ой. Накид лицевая вот это. Здесь меняем местами. И провязываем 2 вместе. Изнаночная. 2 вместе, не меняем местами, просто провязываем. Лицевая, накид, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изнаночный ряд. Изнаночных, 4, 5, 6, 7, 8, накид лицевой, изнаночная, еще одна изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, накид, всегда, запомните, накид всегда провязываем лицевой, и 8 изнаночных. Убегает листок у нас, как же мне придумать так, чтобы было нам удобно. Так, теперь у нас будет 5-й ряд. Поставлю здесь. Нет. Вот так вот, да? Я думаю, нормально. Пятый ряд. Семь лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид лицевая, изнаночная. Вот. Накид лицевая, изнаночная. 2 петли вместе. Изнаночная, 2 петли вместе, не забываем, что первые мы меняем местами. Изнаночная, лицевая, накид и 7 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ряд. Там что касается до ромба, у нас все идет по узору в изнаночном ряду, все идет изнаночными петлями, но там, где уже у нас этот ромб, там уже накид у нас лицевой, и далее идет как бы ориентировочно резинка 1 на 1, но не всегда она совпадает, так что внимательно. И 7 изнаночных, далее уже все изнаночное. То есть видите, здесь уже идет по узору, здесь уже вырисовывается резинка 1 на 1. Да, спицы нормально, мне все нравится, так что так такой плотностью и буду вязать. Вот, всего ниток у меня 500 граммов. Я думаю, с головой хватит при этой плотности, еще подозреваю, что и останутся, поэтому не могу сейчас сказать, пока не свяжу. Ну вот, из этого расчета пока. Я не знаю, надо большие размеры рассчитывать. Ой, девчонки, так. Значит, здесь 6 лицевых, заболталось. 6 лицевых, это у нас 7-й ряд. Так, 6 лицевых, накид лицевая, изнаночная лицевая. Вот, накид лицевая, изнаночная лицевая. 2 вместе меняем местами. Изнаночная, 2 вместе, лицевая, изнаночная, лицевая, накид и 6 лицевых. Вот о чем говорила? А говорила о том, что надо ли большие размеры.
Вот, а вы мне напишите. Так, 8-й ряд изнаночный. Основное полоту изнаночными, а узор по узору. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая, 6 изнаночных. Так, 9-й ряд, 2, 3, 4, 5 лицевых, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Меняем местами. Изнаночная. Меняем местами, провязываем 2 вместе. Снова 2 вместе. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Вот. Видите, у нас по центру вот эти 2 вместе идут. 2 вместе, 2 вместе. Здесь центральная, изнаночная. И далее уходим по сторонам, как бы расходимся. Ой, видите, ошиблась. Вот, внимательно, накид лицевой. Так, 11-й ряд. Теперь у нас 4 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Здесь видите, уже 5 петель у нас до сокращения. Перемещаем 2 вместе, изнаночная, 2 вместе, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 4 лицевые. Изнаночный ряд. Четыре изнаночные. Далее по узору. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Две изнаночные. Лицевая, две изнаночные. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая и 4 изнаночные. Так, далее 13-й ряд. Я его здесь оставляю всегда, чтобы вы видели, да, какой ряд мы вяжем. 13-й. Три лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе с перебросом, изнаночная, 2 петли вместе, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые. Изнаночный ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь попадает, видите, что все как бы резинкой у нас через ряд получается, потому что петли там убавляются. Один ряд не совпадает, один ряд совпадает, изнаночный. Вписывается в резинку один на один. Так,
15 ряд. Две лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, две петли вместе с перебросом, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, две петли лицевые. Изнаночный ряд, 16. Здесь чулочной глади у нас практически не остается. Видите, уже 2 петли она уходит, а все у нас уходит в узор. И здесь вот я не озвучиваю, но здесь видно по узору. Накид мы провязываем лицевой, а все остальное изнаночным. Ну, все остальное резинкой. Вот видите, здесь 2 изнаночные. Через ряд у нас это совпадает. Так, 17 ряд. Так, здесь у нас уже одна лицевая остается, накид, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Здесь вот меняем местами. Изнаночная, 2 вместе. То есть вот эти, как бы центр по 2 вместе, между ними изнаночными, идет до самого конца узора. Он на протяжении всего узора идет. Вот ориентируйтесь на это. Здесь же ориентируйтесь на то, что одна петля уходит здесь вправо, здесь влево. Вот. Так, 18 изнаночный ряд. Лице здесь резинка у нас. Сейчас мы как раз вписываемся. Вот, не забываем, до момента расширения накид всегда провязывается лицевой. Сейчас у нас будет момент сокращения, сужения. Там у нас уже накид будет провязываться изнаночная. Вот. Изнаночная, одна петля осталась. Сейчас у нас последний ряд расширения, 19. Так, здесь уже сразу у нас накид, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, 19 ряд, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, вместе, накид, вместе, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Вот. Мы, видите, накиды у нас возле маркера. Вот видите, у нас лепесток расширился. Да, кстати, нравится мне на этой пряже. Нравится мне плотность. Буду вязать этими спицами этой пряжей в 3 размерах. Ну, по сути, оно получается размеров то 6, потому что SML у нас охватывает как бы по 2 размера, да. Так, и со следующего, из 20 ряда, вот смотрите, мы уже начинаем вывязывать узор и в изнаночном ряду. Видите, у меня исправление, я немного уехала не в ту сторону. Вот, поэтому, вот так вот, значит, 20 ряд,
Вот, чтобы схема была точная, в Инстаграме она будет точная, в начале видео не точная, я уже ее переделала. Значит, после маркера мы-то сейчас вяжем отсюда, да, вот этот вот ряд. Внимание, этот будет, видите, этот не исправлен, я его исправлю по ходу видео. Так, значит, сейчас мы вяжем 20-й, мы его вяжем отсюда. Ну, по сути, оно и отсюда то одинаково, но факт в том, что нарисовала, то я не так, ну, как лицевой ряд. В общем, накид провязываем изнаночной, делаем еще один накид, то есть узор мы здесь делаем и в лицевом ряду, и в изнаночном, и вяжем по узорам. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Господи. То есть после накида у меня 8 петель. 8 петель. И 2 петли, которые нам нужно провязать вместе. Смотрите, вторую я меняю местами с первой, только вторая за первой. И провязываю 2 вместе изнаночной. Лицевая петля, следующие 2 петли изнаночной просто провязываю. Далее по узору лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 8 петель. Далее накид. Этот накид мы провязываем изнаночной. Здесь у меня потерялся маркер. Я его по новой цепляла, да не туда. Вот, сейчас подождите, я его перецеплю в правильное место, чтобы вас не сбивать с курса. Вот накид. Нет, маркер. И 3 последние изнаночные. Так. Далее 21 ряд лицевой. Здесь у нас теперь 2 лицевые. Раз, два. Далее по узору. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 петель. В лицевом ряду меняем вторая поверх первой, в изнаночном вторая за первой. И провязываем 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 вместе лицевой. Далее лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Накид, этот накид провязываем лицевой, вяжем до конца ряда. Так что накиды в изнаночном ряду изнаночными, в лицевом ряду лицевыми. 22 ряд. Так, здесь 3 изнаночные после маркера. Далее по узору 1, 2. По узору это значит резинка 1 на 1, чтобы не путались. Ой, накид, девочки. Не забываем, что мы узор вяжем и в лицевом ряду, и в изнаночном. Накид, изнаночная, лицевая, 3, 4, 5, 6. Здесь вторую за первой меняем местами и провязываем 2 вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной, не переставляя. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6, накид. 1, 2, 3, маркер. 3 последние. Так, 23 ряд. Лицевой. 1, 2, 3. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, накид, делаем 2, 3, 4, 5, меняем местами, изнаночная, 2 петли вместе, 5 петель узора, 4, 5, накид, 1, 2, 3, 4,
перепроверяю, потому что что-то я путаюсь, теряюсь. Так что внимательно попробуйте пока повязать узорчик. Поначалу, конечно, будете тоже так теряться. Я надеюсь, что оно просто руки привыкнут. Так, изнаночный ряд, 24-й. 24 ряд, исправила я, вяжем опять же изнаночный он. Вот видите, как я теряю маркеры. Так, 2, 3, 4, 5 изнаночных до узора, накид. 1, 2, 3, 4 резинки, меняем местами 2 изнаночные петли, провязываем их вместе. Лицевая, 2 петли вместе изнаночной. Так, узор 1, 2, 3, 4, накид, 1, 2, 3, 4, 5 петель изнаночных. Это те петли, которые после накида находятся вот здесь вот, вот они. Так, 25 ряд, лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, меняем местами, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, 3, накид, оставшиеся петли лицевыми, так, 26 ряд. Здесь я сделаю последнее исправление, и все, и схема будет правильная. Вот видите, я ее в процессе съемок доработала. Так, здесь у нас будет вот так вот, если смотреть с изнаночной стороны, да, вот она. И соответственно это же этот ряд у нас вяжется изнаночным. Все, душа моя спокойна, схема правильная. Так, после маркера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, изнаночная, лицевая, 2 петли уже узора осталось, меняем местами, провязываем 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, изнаночная, накид. А я здесь сделала накид, сделала, боже, накид. Девчонки забывают, представляете, аккуратно, внимательно теряются накиды у меня. Так, 28 ряд, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, девять, в смысле девятый накид. Одна лицевая, две вместе, изнаночная, две вместе, одна лицевая, накид, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 8, изнаночный ряд, 28 последний, который мы тоже вяжем. Это изнаночные, стрелками у меня обозначены изнаночные ряды. Так, последний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 2 вместе изнаночной,
лицевая, 2 вместе изнаночной, накид и изнаночными до конца ряда. Все, девчонки, далее повторяем с первого ряда. Там нет никаких пробелов, там лепесток начинается следующий от предыдущего лепестка сразу же. Поэтому вот все, вот это и есть наш узор. Сейчас я открываю схему. Вот она, уже исправленная, четкая, понятная схема, правильная. Изначально неправильная в начале видео, так что вот, вот он лепесток. Это, смотрите, очень мне нравится на этой, на этих ниточках. Я начинаю вязать, а вы, пожалуйста, дайте мне обратную связь, какие по поводу размеров и что еще хотела, и по поводу рукава. Вот что я хотела у вас спросить. Вот я как бы я его там вижу на источнике, рукав спущенный, возможно, там маленько вот так вот, если нарисовать схему. Вот посмотрите фотографию внимательно, вот я вижу так, да, только здесь рукав немножечко как бы есть, там окат небольшой, вот так вот чуть-чуть, не классическая как бы вточной рукав, а немного окат. А вы свое мнение напишите, я сделаю фото, и лайкайте комментарии, и лайкайте комментарии, чтобы я понимала, какой сделать рукав лучше. Вот. Так что все, девчонки, жду ваших комментариев. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.